А вот и вы, девочки. Сейчас узнаем, что вам сделать. То есть, что вы делаете? Прогулять занятия Влада? Ну, не знаю, девочки. Владик сам виноват. Поставил тренировку в выходной день, когда мы собрались в Мышкин. И это всего лишь дополнительное занятие, Маша. Так что... Теперь понятно, почему я дал скидку. То есть мне дали скидку на этот телескоп. Так, и кого же мне выбрать? Угу. Вот. Сегодня вам понадобятся все ваши силы, девочки. Что с тобой? Не чахни, мой хороший. Расти да крепни. Так-то лучше. Цветы мои ломать вздумали. За это ждет вас кара! Ой, надеюсь, Морок на нас не слишком громко рассердится. Ой, он даже не заметит. Любава! Эй! Волод! Варя! Колючка! Патруль! Позвоним мальчикам, вот они обрадуются. Вася, привет! Что делаешь? Да ничего особенного, качаюсь. А мы в Мышкин приехали. Встретимся у фонтана через 20 минут. Конечно, буду, я уже иду. Саша, угадай, кто приехал! В общем, мы тут с девчонками у фонтана гуляем. Приходи давай. Да-да, у меня как раз нет никаких дел. Дело сделано! Теперь за мороженым, чтоб не скучно было ждать! Что такое? Где мои деревья? Трава? Что вы сделали с моим лесом? Я вам покажу! Будете сами вверх цветами! Нет, кажется, я пробудил чудовище, настоящее! То есть настоящее чудовище! Девочки, надо им помочь! Ну, патруль, прогуливать мои занятия. Ну, держись, колючка. Простите, профессор Владислав, я не хотел. Да-да, эту часть пропустим. Ты случайно не видел Аленку с подругами? Я? Нет. Вы что, я же за ними не слежу. Ладно. От меня все равно не спрячется. Я найду этих прогульщиц и... Спасете их! Я хотел сказать, спасете от незачета. Ну, я слышал просто, что вспомнил. То есть я слышал, как они договорились пропустить какой-то скучный урок. Ну, в смысле, урок какого-то скучного педагога, да. И пойти гулять. Гулять просто в Мышкине. Что? Я опять все перепутал. Не гулять, нет. Они пойдут есть мороженое. Профессор Владислав? Не сейчас. У меня появилось неотложное дельце. В Мышкине. Да. Сладкий вкус свободы и прогула. А звучит эта свобода не слишком громко?
Что происходит? Куда они все бегут? А давайте спросим у Лешего. Ой! Это что такое? Получается! Не зря я тренировалась! Всего один раз. Не знаю, что на вас нашло, Леший, но прекратите немедленно! Ой, девочки, последний раз так тяжело! Мне было на тренировке Морока! А я как раз вспомнила боевую тактику Ладика номер 56! Бежим! Скучно и бесполезно, говорите. Сейчас будет весело. Особенно мне. Ну и заросло тут все. Куда смотрит Леший? Спасайся, кто может! Что вы делаете? Придите в себя! Вы же добрый, сказочный! Зато вы плохие! Пока бежали, растворили 100 жуков и помяли 2 куста! Варя! Маша! Ух ты ж, ёжики! Он же и нас сейчас в цветы превратит! Только бы Василёк, только бы Василёк, только бы Василёк! Ой, прости, здоровяк, это было твое любимое деревце! Хотя, по мне, это отличная чесалка для спины. Владик, мы как раз бежали на твою тренировку. Давай, патруль! Запускай же свою магию! Да не в меня, рыжая! Кто тебя стрелять научил? Колючка! Прости, Владик, мне к новой магии инструкции не дали. Отлично, Снежка! Что теперь? И что это? Открытка Лешему «Поздравляю с проигрышем в бою»? Ничего ты не понимаешь, Владик! Это же... Что это, Снежечка? Наш шанс пробудить в Лешем добро. Господин Леший, посмотрите сюда, пожалуйста. Вы всегда были так добры и внимательны к природе и людям. Заботились о каждом цветочке и всему городу, такую же любовь прививали. Помните? Саш, ты в прошлый раз цветы уже дарил. Ничего из этого не вышло. Забыл? В прошлый раз были неправильные цветы. А против роз ни одна девчонка не устоит. Вот вы где! Аленка! Господин садовник, Саша эти цветы не рвал, а купил. Честное слово. Бежим! Мы были так близки! Что не так-то? Ну, я не знаю. Если бы Маша была здесь, она сказала бы, что на Лешего так подействовали сорванные цветочки. Спадите! Леший, смотри! Так же лучше? Цветочки снова будут расти, если вы им поможете. Не чахните, мои хорошие. Растите да крепните. Так-то лучше. О, волшебницы, пойдемте ко мне чай пить. У меня новый урожай шишек подоспел. Так что вы, девочки, особо ничего не пропустили. Разве что появление Морока. И как он с Лешим сражался. И как мальчики пришли с цветами и все испортили. Кстати, о цветах. Это колючка. Кажется, твоя колючка. Оставь себе.
Сначала гномы, потом пряничная ведьма, и вот теперь леший? Это точно не совпадение. Что? Так это не первый случай? Почему вы сразу не сказали? Мы просто подумали, что плохое настроение – это не преступление. Но теперь ясно, что все не так просто. Мы должны все рассказать Василисе. Я сам ей скажу. А пока действуем так. Вы следите за порядком в Мышкине и, если что, сразу докладываете мне. А чего это ты командуешь? Ага, ясно. А мы? А вы держитесь от этой истории подальше. Я обещал твоему отцу, что присмотрю за тобой, Аленка. Так что не лезьте. Вы все. Что папа попросил делать? Вот все и готово. Давайте чай пить с вареньем. Девочки, молодцы! Получилось!